Добрый день. Сегодня состоялось решение по уголовному делу в отношении реаниматолога, который не оказал помощь нашему сыну Захару. Дорогие друзья, ну что могу сказать, что все было не зря. Опять буквально там несколько месяцев процессов, множество свидетелей допрошено и так далее. Ну вот, слава Богу, что действительно нашелся, ну, такой справедливый приговор, я считаю. Суд разобрался. Сегодня в зале суда реаниматолог Цеденов, который не оказал помощь нашему сыну, в результате которой Захара не стало, был взят под стражу. 4 года общего режима ему дали.